Контрольный снегопад. В последний день зимы замело и заморозило практически всю страну. Целую ночь спецслужбы чистили дороги, вытаскивали из сугробов автомобили. В западных областях ночью температура опустилась ниже 20 градусов. В Харькове снова прорвало теплоцентраль. Утром теплообеспечение возобновили через резервную ветку. А Одессу к вечеру засыпало настолько, что власти местные решили временно закрыть школы и детские сады. Такую же погоду синоптики обещают и завтра. Первый день весны. Очікується погіршення погодних умов, тому потрібно бути вкрай уважним, по можливості не покидати межі населеного пункту. Якщо ж все ж таки ви зібралися в дорогу, мати з собою все необхідне для того, щоб протриматись до під'їзду наших підрозділів і бути готовим.